Вот, привет! Сейчас я расскажу о новых обновлениях. Я поставил наконец-таки это метро. Новое видео, что то видео набирает очень много просмотров. И все его смотрят и берут пример уже с этого метро. Я захотел построить еще одно новое метро, и вот я его построил. Только оно лучше гораздо, чем то метро. Так как я ее больше использовать не буду. И вот здесь есть самая первая станция на линии, которую я хочу вам показать. Это станция Румянцева. Это самая первая станция на линии от начала, но она одна из новых станций метро. Вот здесь все подписано. Румянцева Station. То есть красная линия. Здесь касса закрыта от недоброжелателей всяких гадов, которые захотят зайти туда. Проходим. Спускаемся по эскалатору. Вот этот эскалатор я не нашел, поэтому такие пришлось делать. Вот так вот я сделал оригинальный потолок. Здесь станция Румянцева. Здесь это указатель с тех времен, когда еще ремонт шел. Этой части. Проходим. Здесь опять же лифты. С этой стороны такой же подъем. Я покажу, чтобы не подумали, что тут нет. Вот лифт. Он никуда не идет. Тут же выход в холл. В холле есть вот такая вот дырка. Как вы могли уже заметить. Это вниз можно смотреть на первый ярус станции Румянцева. Это вниз можно посмотреть, и вот как выглядит сама станция метро Румянцева. Она оформлена вот в таком вот современном и красивом стиле. Она вся очень красиво подсвечена и очень красиво выглядит. Я сделала вот такими вот треугольниками орнаменты на стенах. И вот в такой вот композиции вот такие вот цвета. Я здесь сделал, чтобы красиво выглядело. Опять же, вот это лифты. Мод на лифт я тоже не нашел. Подскажите мне, как называется мод на лифт. Ну вот там ничего интересного нет. Вот там. Там техническая зона. Ну вот, полетели. Дальше. Я покажу сейчас. Да, построил. Следующая станция будет юго-западная. Я ее строил по картинкам. Также ссылка на карту будет в описании под видео. Вы сможете скачать и запустить поезда. Это вам проблем не доставит. Это очень просто здесь сделать. Вы сможете скачать карту. Вот. Станция метро юго-западная. Как она выглядит, но обычная станция. Здесь вестибюль закрыт, потому что он бы уходил в гору. И очень глубоко было бы копать, и я не стал с ним заморачиваться. И сделал просто вот здесь вот. Вестибюль вот так вот выглядит. Здесь опять же две кассы. Проходим. Ничего особенного из себя вестибюль не представляет. Просто выходит. Пойдемте дальше. Следующая станция будет парк культуры. Я ее также строил по картинкам. Вот. И чтобы карта работала, вам нужен вот Метропак, Трейнкрафт, Рейлкрафт, этот мод, Фурнитур мод и версия 1.6.2. Чтобы карта полностью работала у вас, вы могли на ней полностью пользоваться картой. Вот выглядит станция метро Парк культуры. Я ее по картинкам делаю. Она выглядит роскошно. Станция такая же в Москве есть. Вот.
Вот. У меня, да, что я вам скажу, эта станция имеет вот такой вот выход. Вот. Здесь экскаваторы находятся. Проходим вот сюда. Вот. Здесь находятся кассы, билеты здесь можно купить. И выходим на поверхность. Вот как выглядит вестибюль. Станции парк культуры. Пойдемте дальше смотреть. Ну, вот мы прошли. Спускаемся обратно. Также карту распространять запрещено. Без моего разрешения использовать как слово станции. Метропарк. Без моего разрешения все, что входит в эту карту, использовать запрещено. Летим дальше. Это станция библиотека имени Ленинского. Я ее тоже по картинкам. Вот так вот она выглядит. Вот так вот она красиво выглядит очень. Здесь поднимаемся. Здесь вот такой вот есть проход. И поскольку там со станции, которая по картинкам стала, переход был на вторую линию у них в Москве. Но я не... У меня второй линии пока еще нет. Она будет готова к следующему выпуску про метро. И поэтому я закрыл. Если я покажу, что там находится внутри, вы спать не будете от ужаса. Следующая станция будет называться Театральная. Вот. Поезда сами запустите. С помощью депо, которое находится за станцией Румянцева. И вот так выглядит станция Театральная. Это очень роскошная станция, шикарная просто. Я ее сам выдумал, поэтому она самая роскошная. Вот как я сделал красную полоску. Так у нас в городе делают. Красную полоску. И тут красную полоску, как у нас в городе делают, они как у них даже не обозначают, какая линия. Вот тут подъем. Поднимаемся. Здесь открываются турникеты, и мы можем выйти в центр города. Здесь я тоже делал такой красивый переходик, чтобы он соответствовал станции. Здесь я сделал остановку автобусную, театральную, не просто. Вот как выглядит два входа. В них мы спускаемся сюда. Вот как выглядит у нас переход. Заходим обратно в дверь. Здесь в кассу можно войти. Ну что там интересно, правда там есть секретики. А следующая станция будет аэропорт. Вот. Также пишите в комментариях, какая станция вам больше всего понравилась, а какую стоит переделать. Я прочитаю и отвечу, поэтому пишите.
Вот, эта станция выглядит вот так вот, я ее устроил по картинкам. Вот так вот она выглядит. Она выглядит вот так вот. Очень красиво. Она у меня вторая по самой любимости. Вот как она выглядит, я ее картинком строю. Только еще не доделал. Здесь я даже балкончики передал. Поскольку полностью по картинкам я ее сделал. Я был на ней один раз когда-то давно. Поэтому я помню ее. Вот здесь вот подъем. Вот, выглядит. Вот как выглядит сама станция. Это вентиляция, так изобразил. Поднимаемся, наверное, здесь такой помпезный ход, как на станции библиотека Ленина я сделал. Вот как выглядит сам холл, где можно купить билет. Заходим, здесь кассы. Ну, там ходы с секретиками, от которых я вам не советую смотреть, потому что вы будете очень... Здесь киоск с пирожками, бутербродами стоит, а вот здесь вот переход. Поднимаемся наверх, вот здесь вот, и здесь такой выход через набережную. Так оригинально я сделал выход, что он находится через... набережную, проход. Вот, в окружности стоят дома. Ну и сейчас я буду заканчивать, потому что я сказал все. Подпишитесь на канал. У меня будут выходить видео о метро в Майнкрафте каждые 2 дня. Вот, пока.